Внебольничные пункты вакцинации изменили график работы. Речь о трех точках в Октябрьском районе. В гипермаркете Леруа Мерлен на Калинина. Он теперь открыт с 10 утра до 10 вечера. Санитарный день – воскресенье. Также с 10 до 20.00 работает пункт в торговом квартале на Свободном. Но санитарный день – в понедельник сегодня. В торговом центре «Изумрудный город» санитарный день – это вторник, то есть завтра. А режим работы аналогичный. Прививочные кабинеты в поликлиниках работают в прежнем режиме, сообщили в Минздраве.